Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала, гости канала, любители моделизма. Представляю вашему вниманию очередной этап постройки диорамы по Северной Африке. На данном этапе произвел покраску. Базовый цвет, нанесение камуфляжа. Полазил по интернету, посмотрел работы других моделистов, всяческие фотографии, черно-белые даже там что-то. Пришел к такому решению нанести вот такой пустынный камуфляж, как бы мне понравился рисунок, чем-то похож на шкуру жирафа. Ну, базовый цвет нанес, как в прошлом видео показывал, на этом цвете остановился. Grau 701, но это из набора. ПК Interactive, это я показывал в прошлом видео, этот набор. Вот. Это была база. Камуфляж, значит, вот эти полосы взял два цвета. Сначала хотел одним нанести, вот таким. F64 от Tami, красно-коричневый. Посмотрел, слишком коричневый, красного там в нем немного, и добавил красный тамиевский цвет. XF7 вот такой, смешал их и получил вот такой вот красно-коричневый цвет, такой более, как бы, красного больше. Наносил аэрографом. И как бы в произвольной форме нанес. Как самому понравилось. Ну, ориентируйте, конечно, с оглядкой на другие работы. В принципе, в общем-то, неплохо. Еще предстоит покраска казенной части там. Много частей там, где металлические маховики всякие, вот эти. Наводка. Ну, вот такой пока цвет. Ну, после нанесения фильтра, да, я думаю, смывки, немножко, как бы, он станет более, как бы, так сказать, потемней. Как бы такой ближе к пустыне. Сейчас он такой просто, как бы, база и просто камуфляж, как бы. Ну, в общем, фильтр сделает потемнее, как бы, это все дело сгладит границы немножко, переходы между цветами. Ну, посмотрим, что будет дальше. Ну и покрасил мотоцикл Цундап. Все, покажу. Тоже это еще, ну, в принципе, собственно, основное покрасил, как бы, он двигатель, металлик, красил по фотографии, в принципе, так более-менее приближенный к реальности. Сиденье покрасил, колеса. Кожаный подсумок вот этот. Ну, там какие-то типа выхлопные трубы там всякие. Подржавил. Ну, там еще посмотрим, вот что. Покрасил там фару эту синим цветом. Ну, еще впереди. Что следующим этапом, что с орудием, что с мотоциклом будет. У нас будет, получается, декали. Нанесем декали, залачим в тех местах, я так делаю, покрываю лаком,
глянцевым лаком в тех местах, где декали будут. И потом делаю уже смывку. Смывку, фильтр. Это будет следующий этап. Фигурки я пока отложил. Фигурки буду в последнюю очередь делать. Сначала сделаю технику. Значит, применил какие краски на мотоцикл. Если кому будет нужно, интересно. Сейчас посмотрим. Металлик вот такой применил мотоцикл. Это мастер акрил, по-моему, звездовский. Вот такую вот красочку. Как бы я звезду не очень, но вот этот, как она ко мне попала, эта краска, интересным таким способом. По-моему, сайт такой E2RD, тоже продают модели. Химиум для моделистов, в общем, инструментарий. И заказал одну посылку, а мне вот пришла вот эта. Там было какое-то здание от Италери, по-моему. И несколько вот баночек со звездовской краской. А я заказывал там совсем другой, по-моему, несколько наборов фигурок там какой-то из танков. Это давно уже было, в общем. Вот так вот. В итоге пришлось от того магазина отказаться. Так. Отступил от темы. Потом вот красил покрышки, значит, резиновые части сиденья, там держатель. Вот такой краской Rubber Black, это черная резина, XF85 тоже от Tami. Хорошо она подходит. Нормально. Потом еще некоторые части мотоцикла вот такая краска. Да, Кирон, темный металл, XF84. Кстати, она неплохо подойдет под сколы потом. На завершающей стадии. Как бы рекомендую там, кто делает. Ну, в принципе, сколы смешал там коричневый с черным. Там, такой черно-коричневый цвет. И, пожалуйста, наноси сколы. Применил, был доволен сегодня, когда расписывал мотоцикл вот этот. Там есть он в обзоре у меня, там, получение посылки. Вот я моделист, по-моему, там, Paint Retarder. Хорошо, там, капельку капнул. В общем, у меня, как бы, расход краски уменьшается, то есть экономишь. Как бы там капельку краски, капельку вот этого ретардера. Нормально, как бы. Не пришлось заменять краску, вот, пока мотоцикл красил. Что еще рассказать на этом этапе, в принципе, ну, краски показал, какими пользовался. Ну, многие знают, как бы тут, что тут рассказать. Конечно, показать я не могу, как я это все наношу, так как-то где-то в комментариях уже кто-то просил меня, по-моему, Валера UVV просил там, чтобы я показывал, как я это все делаю. Но, к сожалению, у меня нет пока штатива. Ну, камера, в принципе, меня пока удовлетворяет, но, может, придумаю, что со штативом потом буду снимать уже конкретно там некоторые моменты, как все это наносится. Ну, в принципе, вот пока меня вот устраивает такой вариант камуфляжа там. Ну, в комментариях напишите, кому понравилось, не понравилось, там, может быть, что-то я упустил, может, что-то добавить. Просто, как бы, на данном этапе еще можно что-то исправить. Вот, пока вот такой вот пустынный камуфляж. Спасибо за просмотр. Всем всего доброго. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кого заинтересовало.
До следующего видео.